Я не буду его убивать. Банишь. Меня переводи, красопед. Побивай их, я хочу я тоже Зимфраг. Я ищу одну нычку. Я Ваня сейчас ставлю. Спасибо, спасибо. Он адекват. Вот он. Что? Что такое? Блин. А чё, смотрите, я такую нычку нашел тут. Моя нычка, смотрите, у меня был... Ой-ой. Я кое-кого... Подходи, да. Всё. Меня слышно? Нет. Чё? Ты чё говоришь? Ничего, да. Вот и всё. Ой! Так, ладно, зачем всех убивать? Тайпан, зачем всех убивать? Ты вооружай, куда шли? Я не всех убивать. А, всё-таки меня слышно. Чё? Да, а чё? Тут кто-то, короче, какой-то говорит на последнем месте, а его не слышно, он мик раззажимает. Я сам не знаю. Не слышно. Напиши, меня слышно. Либо у нас что-то с наушниками, или либо у него что-то с микрофонами, я сам ничего не знаю. Вот он у меня 4 хп, и всё, не могу ничего сделать. Пацан, напиши в чат, что ты говоришь? Нет. Да бить ты его звонишь. Тебя не слышно. А сейчас слышно. Чё? Тебя плохо слышно. Очень-очень плохо. Слышно? Что делаешь? Исправно бунт карает скилло в последующих двух раундах. Лаундах. Я просто R не говариваю. Я тоже фигня. Дина в кота сидит, да. Тайпан, меня слышно? Тайпан, есть это, пистолет. Пиви. Чего, убить надо? Пиви. Видел, сейчас пойди. Опять кто-то говорил? Мне его тоже было не было слышно. Тимур, по-моему, говорил, или кто, я не слышу. Может, сражаться, я могу что-нибудь другое выбрать. Тайпан, ты меня слышишь? Здорово. Чё? Чё он зажимает? Да, чё он зажимает и ничего не говорит? Какое, какое, что хочешь? Тайпан. Можно рвать? Давай. Докажи то, что нет, давай не этого не слышно. Без прицела. Без прицела? Чё? Что? Да. Чё ты говоришь? Какое оружие? Пухи, давай. Слышно! Погодь. Чего? СГ, давай. Немножко слышно. Я понял. Погодь. Давай. Его нормально слышно, а что, не только тебе почему-то не слышно. Чё? Я не знаю, у меня, наверное, наушниками чё-то. А сейчас слышно? О, да, слышно. А тебя и было слышно. Сейчас нормально слышно? Сейчас плохо. Благи фиг.